Спустя полтора года Еврокубки снова в Тирасполе. Завтра «Шериф» сыграет ответный матч квалификации Лиги чемпионов против румынского «Фарула». Сегодня пресс-конференция главного тренера Роберто Бардино и открытая тренировка для СМИ. Так, по итальянской традиции, Роберто Бардин старается не спугнуть удачу. Несмотря на поражение в первом матче, эксперты считают, «Шериф» фаворитом в завтрашнем матче с «Фарулом». И ставят на проход желто-черных следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Завтра важный матч. Мы помним первую игру. В Румынии не хватало реализации, но моментов у нас было много. Мои парни знают, что делать. Они готовы. Думаю, нам под силу завтра достичь желаемого результата. На традиционную пресс-конференцию Роберто Бардин пришел с капитаном «Шерифа» Амином Талалом. Диалог с прессой вышел мультиязычным. Говорили на пяти языках – русском, английском, итальянском, французском и румынском. Ответный матч с «Фарулом» определит для нас исход этого сезона. Да, номинально мы проигрываем в один мяч, но это не должно нам помешать завтра. Мы уже лучше знаем соперника. Я верю в свою команду. Помогать «Шерифу» будут родные стены. Спустя полтора года Еврокубки вернулись на главную арену. Мы очень хотели сыграть этот матч здесь, в Тирасполе. Сейчас главное сыграть для болельщиков и показать хороший футбол. Кадровых проблем у «Шерифа» нет. Все готовятся в штатном режиме. «Шериф» подходит к игре в оптимальном составе. Травм ни у кого нет. У нас все хорошо, все игроки готовы к матчу. Сегодня мы проведем тренировку, и только она покажет, кто попадет завтра в состав. Итак, определяющий матч этого сезона. «Шериф» против «Фарула» уже завтра в 20:00. Для выхода в следующий раунд «Шерифу» необходимо выигрывать с разницей в 2 мяча. Если в 1, тогда дополнительное время и, возможно, серия пенальти. При любом другом исходе желто-черные продолжат еврокубковую кампанию уже в Лиге конференций.